еще не пополнил. А это что за хуйня? Какого хера они тут делают? Ого, блядь, ого. О, там еще эти элитные. На крыше челики. Где? Ну, типа, обычные люди. Боты, в смысле? На крыше были. Или нет? Не-не-не, люди. Ты поможешь мне? Или чё, уйдёшь? А чё, куда, блядь? Тут вон боты у меня бегут. А, да? Окей, иду. Где еще один был? Ну че с чем там убирал? Все, пойдем. Внизу 8 челов еще. Угу. Что добивать их? Щитом, ходи. Пизда. Блять, сука. Дай выйду. Пулемет. Инженер еще победил. Блять, у него что, сумки с гранатами нету, я не понял. Блять, стреля по сумке с гранатами, его не убивает. Блять, хуя на прихуй не ебашит, блять, пизда. Пиздаса. Что-то вылезло мне в голову, дала нахуй. Что-то мне ебалось. Блин, боевика выпал. Вон там еще надо на моем трупике облазить. Так, гасилка уровень 33. Блять, еще на коленники какие-то взял. Знак хищника. Есть ключ? Нету. Откуда у меня ключ? О, одинокая звезда. Так, мне уже надо, кстати. Да. Ставлю метку, все, побежали. Блять, я тут пистолет проебал хороший. Ну ладно, похуй. Тут реально хороший пистолет. Тут, да, найдешь еще потом. Это было. Что там хомячишь, блин? Конфеты. А что там?
там. Вертолет на подходе. Это что? Теперь шкеримся. Тут у меня идут. Тут-то. Бригады рядом. Где? Стреляются что-то. Да стреляются там что-то вообще хз. Готов принять груз на борт. Зачем поднимаешься? Снизу быстрее. А чё? Да ладно. Так чё, уходим уже? Сейчас оно улетит и все. Ну подожди, это, блин. Это тебе темная зона, блин. Это обязательно. До завершения эвакуации 30 секунд. Не хочет. А, это в другой локации. Это в другой локации просто. Вот. Ты весь переживался. Пойдем он, эту метку поставил. Угу. Груз был успешно эвакуирован. Вот, хорошо. А куда этот мне идти? Под мне землю? Спускаться, да. А-а-а. Ну ты, конечно, придумал. Ну, а что первый можешь спускаться? Внимание, обнаружены грузы. Я думаю, что наверх поднимайся. Ну как я наверху? Я даже не успел подняться. Стой, ты где-нибудь зашлешься, метку поставишь, как появится, я пока что залезу. Ой, бля, спина моя родимая. Слышишь вертолетики? Да. Попал, пошли. Блять. А, это от груза. Да. Где там еще? Беги, беги. Сейчас. Не туда, свернул.
О, это, блин. Там выжигатели будут. А, нет. Тут хидеры. И пулеметчики. Сука, да что ты бегаешь, как курва, ну? Да, попробуй, что ты называется. Да, да, он. Заманил ты бегать на. Так. Дать он корч. Да. Ты. Он нормально вообще, нет? Че? Я в рукопашку сейчас уход. А, чуть сам не забыл. Все, пошли, бежали. Быстрее, давай, давай, давай. Давай. Давай, должна успеть. Бля, впереди движуха еще. Да давай, слева пойдем. Обходи, слева, слева обходи. Блин, ладно. Он один вроде как. Да не посекли, не посекли, не посекли. А, один, да? А, нет. Проходим, да и все. Бля, 300 метров бежать, ёпта. Да нормально успею. Жрать. Толстый станешь. Что тебе не нравится? Я и так уже упитанный. Не, ну что, 80 килограмм вешу, 1,86 м. Ростом. Толстый, блин. И то меньше. Да не. А я такой крепкий. Полненький. Ну так, чуть-чуть. Не Аполлон, так скажем. О, там, подожди, а там уже движуха у кого-то идет. Что ты, что ты хочешь, блядь? Нет, дай снова. Я не знаю, там с кем-то они или... А, не стисчишь, не стисчишь. Просто спереди ушел, называется, нашел. Отходи, пошли, все. Ну занят я. Так все, я все забрал уже. А, или ты хочешь их добить? Хотелось бы, там же легкие с них дадут. Нет, не тебе. Я через Division говорю. Ага, сюда. Ай, передислокация. О, еще через коптер. О, еще один. Ай! Забили. Не надо, не надо. Ну, добивай давай. А то у меня хп. Ну, так он засел, ну. Горят пердаки. Давай, поднимай меня быстрее. Бля, мне чел в Дискорд позвонил, я с ним тоже пишу параллельно. Вот так вот он сейчас говорит. Слышал, хай, блядь, пиздец. Ясно, ладно, сиди, скирься.
Нормально там. Эти стреляются, и к этому толстому подошел. Весь этот лут забрал, убежал. Ну, так он на меня сагрился, он меня стрелял. Ну вот нормально. А еще эту мину кинул. Они пока что его там дислокозом попшикали. Что никто. А, вон бегут. Подожди. У нас чел бежит. В смысле игрок. Какой чел? Ну. Вот да. Блин, вот озвучка у юбиков, это охеренно. Просто обожаю озвучку. А, я косой, блин. А, сука. Не сдохли на меня. Отойди от меня. Ты таланты, кстати, не меняй, вот удобно, когда ты хилку используешь, ты тебя и кого-то еще рядом с тобой сидят. Мне и так три таланта есть. Нет, помимо... Что ты хочешь, но... Ай. Я не тебе сейчас. Тут я, тут. Что, не слышишь, что ли, что я тут? Я тебя, ты там, ничего. Мы получили груз. Сука, я сейчас бомбану нахуй тебя кикну, блядь, с дискорда. И заблокирую нахуй. Я думаю, завтра это заебал. Видос запилить, в котором мы играли. А вот то, что сегодня играли, то, что да, это веселье было. Да, как бомбил это. Бля, это было угарно. Это было угарно. Особенно в этом, которого бомбил это как. Белл. Да, Белл. Белл, это да. Белл у нас любит бомбить. Кстати, я смотрю на вертолет, у меня FPS до 30-ки просаживается. Побежали, у меня инвентарь переполнен будет. О, нормально. Эвакуированные предметы будут перемещены в ваш тайник. Да, а в тайнике место на 30 только. Ага, у меня 20 даже из 30 забито. Ну вот, да. Тут впереди будем трогать их или нет? Да, хер с ними. Мы ковбои. Будем... Ну это ты ковбой. Да что ты хочешь, блядь? Заебал нам. Да пошел он нахуй, блин. Ага, да. Зашибись, тут только пополнение патронов идет. Бляха. Тут тоже его нет. Куда ты бежишь? Да так, бегаю. Осторожно, вы в темной зоне. Вон, беги на убежище. Посмотрим, что там у мужика. Бля, чистильщик, ёб твою мать. Мне сегодня не везет. Да пошел ты нахер, он бежит на меня, когда взрывается. Да-да. Даун. Ну, давай, беги. Я просто наткнулся тут на отряд чистильщиков немножко. Дал им прикурить. Опять хотя они тоже могли бы сами прикурить. Взрывы где-то идут. Не, у меня не слышно. За меня пробежали. О, я кого-какого вижу. Кого-то видишь, да? Да. Не меня ли часом? Да, что-то рожа знакомая. Такая в очках, как Лепс выглядит. Тогда я ж Лепс. Григорий Лепс. Да. Что тут есть? Урон от ВСА в голову. Урон от ВСА, шанс крита, снижение. Ну-ка, у тебя что есть? И ни черта нету ничего. Обидно.
крутой сранник. Блин, мне, короче, надо сейчас... Я хочу в одно место сгонять сейчас. Ну, ставь метку. На базу... На базу... Хадсон. Только у меня, сука, быстрая метка туда не работает. Это где база Хадсон? Ого, ничего себе ты... А зафиг тебе туда? Бля, мне там в магаз зайти надо. Там, типа, магаз жесткий. Ну, побежали обычно на ближайший КПП, оттуда уже ТПшнись туда. Потому что с этого ты, ну, с торговца ты не сможешь отправить. Перемещение сделать. Сука, так а как мне тэпнуться-то, ёпта? На, побежали, говорю. На КПП, точно. Да. Точно. Да, это жестко. Да, это жестко. Дай его в рукопашку. Хорош. Теперь будем считать, что я убил. Так ты его убил? Нет, мне не засчитал убийство. Нет? А. Видимо, он Зохар потерял сознание. Угу. Точнее, от выстрела из твоего оружия. Ну, фактически, да, он потерял сознание. Игра почти никак не... ну, нереальная. Обычно ты попадешь, ну, да, с такой пушки, блин. Ну, это же РПГ, это РПГшка просто. С первого раза уже подыхает, а тут... тут у него надо в полобойму садить. В лучшем случае. Ну да. Давай, ТПшься теперь на меня. А теперь ТПшусь я. Не могу без тебя. Не ТПшусь на тебя. Мне того раза хотел, как ты пел. Какого? А ты вспомни. Какого такого раза? Ну вот, я здесь. Тут типа магазин вот этот, он должен быть жестким. То есть там охеренные вещи лежат. Ага, по сути. Одни фиолетовые. А, ну одна красная, да. Смотри, тут еще где-то красная должен быть. Ой, желтая. Да. Что-то, мне кажется, нас наебали. Да, тут вон еще один есть. А, ну тут шмотки. И тут нас тоже наебали. Ха-ха-ха. Ой. Это уроды. Окей-то, да? Вы... Да-да-да-да-да-да. Че, блин, там говоришь? Я зеваю. Я слышу. Тогда мы летим на нашу базу. 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 И на этой базе мы будем что-то делать. Ла-ла-ла. Ой. Побежали, это тебе базу прокачаем. Миссию убираешь. Угу. Ну да, и сейчас тогда лут выкину. Доступные улучшения. Сейчас улучшись. Немножко. Так, что это мне выпало? Контейнер название темная зона. Ага. Да как, где это выбить-то этот долбанный бронежилет-то, блин? То, что вам нужно. Вот когда не надо, он выпадает. А, какой бронежилет? Да хищника мне надо.
Филинг со связи. Какую пойдем? Че там тебе? На хилку пойдем? Ща, блять. А? А? Сука, я купил не то, что надо. А, блять, ты меня заговорил. Че, я-то сразу? Ну ты сволочь. Блядь. Преимущество, лимонад, тут преимущество, вода, тут преимущество. А, так это мне полностью надо все прокачать. Ёб твою мать, идите нахуй. Окей, все, идем качать все подряд. Ну, он все, что можем, все. Хилка. Хилка у тебя ближайшая тут. Ну, вообще база как бы. Так, что тебе надо, бронежилет? Какой там? Альфа-связь или этого охотника? У меня есть альфа-связь, броник. Где ты? Ну-ка, спускайся в тюрьму. А ну пошли на улицу. Так, передать предмет. Как его передать-то? Ну ты обычно. Ну на улице выйди, как бы я тебя на базе-то не вижу. Нет, так оно я на базе не могу, кажись, передать его, да? Ты на улицу-то выйди, ну, по сути. Подожди. Ты в инвентарь его не ложил? Ну он в инвентаре все время лежал. А, ну в тайник-то не ложил. Нет. Ну-ка давай. Ёб твой. Ты, короче, честь. Блять, я его не могу передать. Невозможно передать предмет? Да. Тут, короче, таймер обычно есть какой-то, который, блядь, показывает, когда его можно передать. Где это задание? Вон оно, пошли. Ну блин, ладно. Сам уже сам так не Я не могу на два фронта говорить. Все. Я умер. А, вон оно. Что ты хочешь? Да Ваня, я играю в Division. Ну сука, играю в Division. Что тебе идёшь? Не нравится, блядь? Я в Division, наверное. Ты идешь? Блять. Ща подойду. Бля. Какие. Большая, но там нихуя не показывают, блядь. Градусы, блядь, хуядусы. Блять, ульту тут только что нажал. Это вообще пиздец. Так тут сейчас дадут 30 этих очков, блядь, медицины и сибол. Почему 30? О, найс, найс. Принял дамаг. Победитель по жизни просто. Ну суки, где они? Ну иди сюда. Ну давай. Давай. Они вообще тут какие-то слабенькие. Ты мог хотя бы уровень побольше поставить? Я только поставил. А максимальную? Нету. Я могу просто прийти ему вот так вот. Стволом в голову тыкнуть и все, и давай, и до свидания. Ну, мы зачистили холл. О, засчитало задание, да ну нахуй. Так, идем дальше. Так, да я потыкаю по клавишам. Ах ты падла. Сука. Иди сюда, ну. Бандиты заставили других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не... Ой, все сам делаешь, ну иди, проходи. Спасибо, что дверь открыл. Похоже, их люди наверху, в ресторане. Бандитов тут много, но если с умом использовать укрытие, ты сможешь перебить их, не подставляясь под пули. Тут как раз для тебя работа снайпером. Ну ты же их пугнешь, конечно. Ну вот теперь я почему я хорошо там не дал.
сверху будут обходить. А пусть хоть. Труд хоть падает. Меня перезаряд. В огонь меня кинуло. Ты там что, я тебе кидал ли? Видос, который надо... А, ну это проблема мамы Asus. Кому же доступ либо какой? Ну я не тебе ж, конечно же. Мало ли. Ну, это же логично. Сёма, ну не глупи, ну не надо. Блять, если мне дадут тут 4 сотки этой этих кредитов, которые для здравоохранения, я, блядь, опять бы нахуй. А я думал, ты. Дверь-то еще не закрылась. Ну а, да, дверь-то еще не закрылась. Она такая хуяк и все, и закрылась. Она, не, серьезно, она просто оп, и типа пустая. Да. Рассказывай. Ну ладно, все, не ной. Блять, еще лифт пока доедет. А, ты еще и в лифту стоишь, я понял. Вышел из лифта. Сука, я сказал, вышел из лифта. Петух вонючий, блядь. А? Не работает тогда. Я думал, ты нажал, сейчас еще уедешь. Уедет он, и ты застрянешь опять. А? О, блядь. Давай, снайпер, работай. Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько... Не пугай пока что. Смысле, пока что? Не стреляй. А. Ну блин, да я прицелюсь, у меня типа вне боевой обстановки 100% крит должен выкинуть. Ну давай, я сижу. Не 100%, ну ладно. Я же не снайпер, я уже пулеметчик. Я, видишь, их подавляю, и все, и они... Сиди, а, патроны, правда, кончаются. Сиди оттуда, стреляй как бы. Сейчас я дальше пойду, чтобы боты пошли. Чтоб скрипт сработал. Блять, патроны кончились. Там видео показано, ёб твою мать. Да! Потому что ебать. Внимание! Вау! Сосите! Вау! Ты видел это? Он чуть поплыл. Такой. Да. Три спасается как. Полез. Да. Типа, не трогайте, не трогайте. Мы не выберемся отсюда, пока кто-нибудь не убьет. Меня инженеры бесят. Они поставили свою турель и бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да. Раздражают, как не знаю кто. Я снопу взял. Шниперку. Да, шнепельку. Волыну. Скажешь, сколько у тебя урона в голову со шниперки. Отряд Альфа. А чё они как паркур? Наш агент зачищает крышу. Кэндл уже у вас?
Паркур. Ладно, было по ящикам. Паркур. Да не дёргайся. 448. Сколько тебе дамага? 448. Блять, ты больше, чем я, на? Ну это, ну у меня не всегда 440. У меня 450 обычно. Ну это такое, блять. У меня раньше криты по ляму были, а сейчас вообще нихера нет. Какого хуя, я не понимаю. Новые силы противника, вы что, издеваетесь? Когда я проходил, такой херни не было. Ау. Наушники мне мои, дай. А, не делается. Аутикась накось. А вы чел? Ну, обычно вот. О, первый больше. Тихо. Когда вернешься на базу, поговорим с Кэндл. Она многое может для нас сделать. У тебя это, получил очки? Сколько я получил их? Я не знаю, сколько их получил. 50 очков, спасибо. Ну хоть сколько. Мы так долго фармить будем. Да я говорю, да по инцидентам, которые я не прошел ходить. Там они по 60-ке дают. Их проходишь, тогда все нормально. Блин! Родить не можно, отвечаю. Не нажал. Чё, где это я? А. Посмотри, какие у тебя теперь микрогены. Если я в твоем лобби, я не могу. Нет, я тебя поменял. Ну, сделал. Ну хуй тогда знает. Так, операции. Так, это энергия. Это сила. Это энергия. О, мед. А я выбрать не могу, спасибо. Классно меня назначил. Вы не завершили эту операцию. Выйди, это что? Ну, создание. Так, о, выйти. Агент выходит из вашей группы. Тупой мудак, блин. Вот чё он сделал? Ты чё сделал? Вышел из группы. Я тебе же сказал из здания выйти. Ну так я вышел из здания. Да. Считай. Конечно. Вот, смотри. Если мы берем вот это здравоохранение, повторить операцию... Испытание. А чё не показывают, сколько я очков получу? Я чё, знаю, вопрос. Что? Вопрос. На который нет ответа. Значит, обзор операции. Можно ежедневные задания проходить? У тебя есть вон российское консульство открыто. США в Манхэттене. Меня зовут Виталий Черненко, я из Лондона. А? Я его проходил, его просто поставил типа заново, а. Блять. Пизда, блять. Ну он есть такого центр, как бы. Попробуй, может его. У нас наметился прорыв. А. Так не показывается, сколько я получу, понимаешь? Я хер знает, сколько я получу.
Ну, может, ладно. Я вообще за лупу получу. Ну, это ты в любом случае можешь получить. Это логично. Вот тут пишется, тут силовой ресурс 60, кредиты столько-то, опыта столько-то. Ну, короче, звука какая-то, блядь, выбрать и ебашь-то там, да. Так, ты... Я тебе на задание, когда ты пышнулся. Сам ты такой. Скажешь, когда на тебя тэпят. Ну, тэпэшися мы. Уже тэпэшится? По всем данным, эта зона безопасна. Хуй ебаный, блядь. Сам такой. Вонючка. Ты что, меня нюхаешь? Характер у тебя вонючий. Говорю. От вонючки слышу. Ты, блядь. Будь здоров. Подтвердила. Иди в жопу. А, вонючка. Че, я почему не могу положить инвентарь? Недостаточно места. Чего не дать? Освободите место. У меня в тайнике место закончилось. Иди умойся, блядь. Я сейчас тебе умою. Иди умойся, я сказал, блядь. Ну, не буду тебя отвлекать. Мне челики такие, ну, не буду тебя отвлекать. И такие стоят, просят бабки. Ну, не буду тебя отвлекать. А чё, куда мы, вниз? Ну, ёбаный рот. Тебе прям так сказать? Внимание, выход из безопасной зоны. Куда ты спустился, мудак? К водоснабжению. Глупо. А, ну фон, да. Ладно. Давай быстрее, нахуй. Перехвачены радиопереговоры. Так, вырубайте насосы для 29-й восточной. Сейчас, сейчас. Эти дырки хрен разберешь. Намалёвывают, как курица лапы. Давай быстрее. Когда начнём читать, должны быть выключены. Подвоз требует. Эй, толстый, туру-ру-ру. Туру, туру-ру-ру. Сейчас взорвётся. Стой где-то наверху. Или... Ну, стой тогда внизу. Внимание, потому что тут... Вот видишь, иди и беги в ту сторону. Я с этого буду стоять. К вам приближается противник. Да, беги. Гони. Внимание, к вам приближается противник. Бу. Ты что подбежал-то? Ты будешь останавливать или нет? А, все, защищайте просто. Тупой, тупой, тупой. Внимание, к вам приближается противник. Противник.
ради какой-то, блядь, водички дохнет столько людей. Ну да. Просто нонсенс. Кто последний, тот говнюк. Ну, блядь, я и не старался, значит, ты и первый, и последний. Значит, ты говнюк. О, бай-бай-бай-бай. Пошли маски. Полегче, полегче. Все, дали тебе очки? Угу, 60. Спасибо за помощь. Большая. Так, а мне таких надо миссий еще 5 пройти. Ну, пошли, ставь метку-то. И они есть, конечно. Еще. Ну, не все пройдены. Пес, что там? Ты пошлись на меня? Слышишь? Блять, пизда. Давай. Шо? На меня ты пошлись. Вообще-то, блядь, погодь мне еще. Нифига ничего у тебя нет. Поглядывайте еще как-нибудь. Да свали, мудак. Goodbye, my brother. Goodbye, my friend. Знаешь это? Ага. Вот мы так встал возле этого ящика с патронами, блин, хер пройдешь. Блять, сука, нахрен мне это нажал. Чего? Нахрен я это нажал. Блин, ты видишь, сколько у нас доп. Ладно. Бежали по этим. Вот ты мудак. Что такое с этим батальоном? Теперь они ведут себя так, будто у нас. Ты не пройдешь. Юша, ну вот ты. Блять, у меня что-то твой ФПС приседает. Тут суки. Да ну, этого агента вонючего. Так чё, пошли по поручениям или чё? Пошли уже. Стартов. Все взрывается. Взяли уж, пошли, блин. Да и я всегда мечтал так перепрыгнуть, не заплатив. Division сбываются мечты. Да. Конфетка. Я первый. Ах ты сука. Как ты это сделал? Стреляешь? Ну там челик, ёпта.
Нету тут уже никого. А, да? Окей. Да. Люди спасены. Люди спасены. Было бы очень неприятно. Я тебе же сны ударю. Иди сюда, сучка. Сука, сюда иди. То пизда. Иди сюда, сказал он. Блять. Логика! Мы открыли дверь, типа спасли ее. Она могла здесь выйти. Да-да. Division! А, не, она ж не могла, не заплатив, выйти, точно. Угу. При том, что рядом, как бы, без этой, без железки стоит. Ну. Пропуск этот. Да? Угу. Она через него же пробежала рядом. Вообще жесть. Логика 0. Zero. Да, вообще не знаю. Батя меня удивился. Челики такие передо мной выбегают. Непонятно куда. Ой. Дайте рукопашечку. Оп. Оп, рукопашечку. О! Блять, у меня проседать, ебал. Чудо-то, погодь. Блин. Побежали быстрее. А, по припасам огонь ведется, я понял. Ну, бывает чё. Москалей хуярь. Не бери задание. Не надо. Какое задание? Там было задание. Ничего не знаю. У меня высветило задание. Ничего. В смысле, кого защищать-то? А, вон бегут. Сука, еще гражданского чуть не нахерачил. Хорошо, что их не убивают. Блять, пока я залез, ты уже всех убил. Да. Бля, бум, минус пол хп нахуй, заебись. Сначала бегут, типа, о, типа, сейчас будем стрелять. Такие стрельнули и сразу в другую сторону побежали. И такие, ну нахуй, не-не-не-не-не. Да-да-да, типа, ну-ну-ну-ну-ну. О, хорошо мне, хаешкой, нормально. Лечись. А чем? А, я не ту клавишу нажимаю, я молодец. Побежали. А, так тут даже очки эти не набиваются. Ёптою мать. Ну тут близко, короче, это зеленка и синька, да, сразу. Да. Побежали, побежали. Ну да, привет. Ну да, привет такая. Мне интересно, сколько цеков осталось? Мусор, много. Блять, да, мы же убили этого главного батальона. Ну ладно, спасибо, что зачистил путь. Сука, сдохни. Спасибо. Я правильно хоть иду? Нет. Ну да, наверное.
Давай ты, может, сюда придешь и нахер их убивать. Да у меня там это, бандиты побежали. Гопники. Е. Вам какой-то арсор. И самый последний. Че, вот насрал, что ли, в лифте? Не, я по тягушке. Я по тягушке делаю. Ну это был не последний этаж, поэтому придется пешкарсом пройтись. Ты чё, сука, насрал? Бля, я глаза ошибся. Так, сидя. Заброшено подкрепление ОДГ. Зачем нам подкрепление? На дронах? На вертолетах? Ой, стой, залезь в зону. Я и забыл опять. А то опять бы на месте запорол. Короче, нахуй, пусть да? Они сами подходят. Тоже. Не достали. Да, по вот этому нет, достал он просто. Вот он вылезет, нет? Вот. Да. Там снайпер. Готово. Внимание, к вам приближается противник. Противник? А, это ОТГ, блять. Это ОТГ, я уже по нему хуярить начал. О, а там снизу еще тоже. Внизу, кстати, тоже стоят. Снайпер, нужна твоя помощь. Ого! Ого! Меня тут чуть-чуть поймели. Вазелин, да? Да, они без вазелина хорошо справились. Видишь этого инженера? Он падла. Знаешь, почему он падла? Он бегает. И о чем? Потому что он турели поставил кучу. Ну, давай. Граната, спасибо. Ай, блин! А, тоже вылез туда, да? Да, там снизу. Тебя там золотой челик пострелял, да? Угу. Ну, он мне тоже нормально так прикурить дал. Давай. Но я успел залезть. Ну все, пизда тебе. Очень рада, она. Так хули ты нас посылаешь в эту хуйню, блять. Рада она. Вот там вот CT Джекс. Челик. Вот его надо грохнуть. Сейчас, подожди. И у меня снопа. Бери снопу. И пьячь его. А, он сосчитал. А, блять, откуда меня ебашь? Вай. Он мощен так хуярит, да? Неплохо так. Мне аж нравится. Давай похилюсь на. А, ты не подошел, дурачок. Так, как он оттуда? Короче. Отходи, 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 подожди, подними меня.
А, тебя поднять надо еще. Ну да. Сейчас его добьем. А че он такой жесткий, как? Не знаю, блядь. Давай, добивай его. Блядь. Он петух, нахуй. Ее. Хилья. Куда мы сейчас стреляем? А, вон. О, блядь. Все, или еще кто-то там? Подожди, тут это, собрать шмот надо. Ты туда бежишь? А как тут спуститься? Тут есть быстрый спуск? Да вроде нет, я не видел. Ну ладно. Не, ну я поищу. Поищи. Лифт-то приехал. Два, едь. Я тут по-быстренькому. Ладно. Ах ты, говнюк, хуяк. Нашел все-таки. Да. Ну ладно, поедешь ты со мной в лифте, я тебя насру туда. Удачи. И заставлю это все нюхать. Шесть кредитов Феникс. Ого. Ого. Угу. А мне салатница выпала. Что же там? Мне 5 тоже. На коленнике слез. Давай в рукопашку добивай. Внимание. Я уже побежал. Ой, я уже добежал. Специалисты из ЦРА запрашивают дополнительную проверку карантинной зоны на 47-й Восточный. Нужны оперативники с защитным снаряжением, чтобы собрать вирусологические данные. Внимание, по всем данным эта зона закрыта. Внимание, проверка на заражение. А как вообще так можно бегать, как бы это... С этим, с бронежилетом, блин. Как его? С противогазом еще в шляк. Ну, нормально. Меня это больше удивляет. Ну, вроде нормально бегаю. Внимание! Проверка на заражение! Ты этот, ну, активировал? Да, подбежал. Он датчик сработал. Еще один. Ну логично, наверху. Нет, внимание, просто. Проверка на заражение. Ладно, активируй. Тут контейнер просто есть. И там фигня синяя. Уйня, я бы так сказал. Да. 1674 кредита. Ух, возможно, много. Это недостающая часть головоломки. Пошли это. Где этот быстрый спуск? Доделаем. У меня тут к тебе личная просьба. По-моему, доделаем. Где тут быстрый спуск, ёпт? Знаешь, не знаешь? А. Видимо, я... Как хуй знает. Видимо, обратно еще надо. Такое себе. Почему нельзя просто взять перепрыгнуть? Как типа это? Бэтмен. Да. Взял. Как плюхается, блин, смачно. О, магазин. Значит, из него. Блин, из него нельзя выйти. Thank you.
получается, как зашли, так и вышли. Нет, ты туда. Получается. Ты не туда. Не туда? Не-а. Блин, тут тоже закрыто. Что за бред? Сюда может? Я говорю, пиздец какой-то. А, вот. А, так вот. Вот выход тут. Я вышел. Да? Блин. Угу. Ты нет. Подожди, как ты вышел-то? Ну да. Через синенькую пробежал? Нет. Да вот, вышел и все. Ебать, ты пиздец. А, во. Я что-то я не добежал просто. Вы выходите из зараженной зоны. Бежали. Эй, говнюк, бежишь ты там? Хары чавкать. Свинтус. Говно. Куда ты бежишь-то? Ты не туда. Чего это не туда бегу? Ну, вон метка-то, с другой стороны. Рядом с вами находится эхозапись. Ну, если метка в другом месте, вот она. А, так эту пошли вон, да выполняем. Эту часть-то, которая. Ничего мне, что мне с этого дадут? А там выпадет что-то с неё же? Выпадает же, когда ты три выполняешь. Что выпадет? Ну пойдем узнаем, чего уж последнюю. Залупа по часу. Только тогда выпадет. Не, ну. Мимо. Блять. А там как раз переулок был напротив, но он тупиковый, сука. Ну куда нам, блять, идти? Блин, ну чё он не может спрыгнуть-то? Алло. Можно. Угу, и пол кабины потерять. Нормально. Неплохая идея. Ну да. Сука, почему я не забрался? Я, блядь, на эту хуйню полез. Чего? В эту хату надо было? Угар. Нет. Да. Или да. О, спасение заложника. Ну как мне залезть? Ой, пизда, бля, идите нахуй, я ебал вас. Сука, не перну даже в вашей стороны, нахуй. У меня плохое предчувствие. Упал предчувствие меня, блядь. Пососи пол. Блин, там где-то это было. У тебя зеленка помочь.
О, зелень выпала. Что тебе выпало? Мне ничего. Мне броня, тень башни. Нет, ничего не выпало. Лошара. Поблизости обнаружена эхозапись. Что, у меня пушки получше, чем твои? Ха. Не, пахан пизжа. Сам пиздата пулемет в игре. Кэмпбелл нам нужен живым. Мы его прижали. Не облажайтесь. Бля, а вот здесь Кэмпбелл был. Или Грин. Дальше надо идти куда. О, тут вот хуйня. Так. Смотри, фак ему показывают еще. Ну. Катись к черту. Ты первый, чмо. Значит, наверх надо. Да, там вот. Не, ну вот это вот придумали эхо, которое. Вот это вообще класс. Не стреляйте, я спускаюсь. Сука тупая. Принял бы бой. Махуй сива губай. Куда тут-то? А я ебу. А, вот. Начисти. Пью-пью-пью-пью. Здорово, ребята. Я пришел вам показать. А, это я уже в стенку начал валить. Сори, ВХ. Сори. Смотри. Эй, лохи. Ой, не попадают же. Они. А, я не могу по ним попасть. А, скрипт еще не сработал, типа, чтобы дверь открылась. Ты понял, да? Да. Я рад, что Гэмбл жив, но... Он вообще-то не жив. Надеюсь, что у него есть какая-то охрененно важная инфа на батальон. Потому что иначе... Приятель мне тут не нужен. Мне нужны разведданные. Ладно, отправлю за ним еще один. Я в этот режим по три патрона, он меня так вымораживает. А, есть такие пушки, есть, да, с этим автогнём, там. Ну так это участок такая. Нет, это я сам уже так стреляю. А так есть, да, этот режим. Так, хули у тебя такой ДПС жесткий? Чего у тебя такой ДПС-то жесткий? Потому что я твердненький. Да блин, у тебя пушка не такая жесткая, блин. Какой у тебя билд, вообще непонятно. Хуй знает. Ух, иди сюда. Так, короче. Да нет. Впечатляет. Тортл Бэй перед вами в долгу. Дробовик. Вот это дробовик. Лучший дробовик в мире. Зелененький. Ой, блядь. Скулу свело, сука. Ахуй пидорасы. Сам такой. На тебе в голову, голову. Ну подожди, не тряси. Не стреляет мне это. Пососи губой тряси. Добыча валюты З, урон по цели вне укрытия. Пока, блядь. Вон у тебя есть этот. Пошли. Спасание заложников. Спасание заложников. Охуеть. А чё за отжиг, блядь? Запас сжигательный, у нас 3. Ну там всё с этим, с турелями, с огневые, которые. Да, да.
Блять, сука, дайте ДПСный билд, который, блять, я смогу сделать. Ну я вот хочу вот этот, который вот сейчас идет. Ну вот. Может медика мне пойти или в танка? Я в танка, наверное, пойду. Вот танк как раз этим. Так по связи хорошо. Потому что этот. Чисто все в ХП вкинул. Да, потому что и у него в основном работает эта херня. Да, ХП идет. Ну у тебя ты этим. Ну, тебя урон там мешает. Ну-ка, юзанера, да. Патруль, батальон захватил заложников на. Так у меня и так урон небольшой, а тут еще меньше, ну и похуй. Лови хаешку, блять, петух. Вот это ты просел, дружище. Все, сильно бьют, да? Обижают. Ну ладно, мы сейчас поможем. О, поли, я стенку сбрил. Поли, что со стеной? Сёма. Где? Yeah. Поли, что со стеной сделал? Да. Интересно, можно я так сделать? Было бы весело. Попробуй снести. Ну да, сердечник какой-то твердый. Ну а вполне так неплохо продырявил. Открывай там хату. Жилет снабжения. Так, снабжение. Погодь. Жилет снабжения, что он делает? Так, полевой медпункт дальность, полевой медпункт это вот длительность. Раз для этого хиллера хорошо. Да. Хэллоу, мазафака, и убиваешь его. Спасибо, агент. Если бы не вы, они бы погибли. Контейнер опытного члена. Агента, сори. Такие сасджи. Да, смысл? Да. Нагрудник, альфа-связь, наколенник опытного стратега. Стратега! Наколенник башни, наколенник склада. Ай, блядь, ты меня стреляешь? А, не ты. Умри раз. Блять, ты можешь мне статки своего этого Фамоса сказать? Какой там урон одинарный? И какая там скорострельность, типа? Урон у него 19,8 плюс 27,2, это не знаю из чего. Получается урон 22,5, шанс критического попадания 19,5. Урон от критического попадания 97, урон от выстрела 99. Стабильность 5, дальность 28, время на перезарядку. Весело, короче, минуты, я понял. Повышение скорости перезарядка 33,5. Дополнительный урон от всего оружия 14%. Урон штурмовой винтовки 1200. Он тут все 0,0,0,0. Я не понимаю, что ты такой жесткий, блядь. Я не жесткий, а тверденький.